Так, ну что, ребят, всем салам. Сегодня у нас будет обзор на Ладу Ниву. ВАЗ-2121. По-другому, я эту машину очень сильно люблю. Несмотря на то, что к самому русскому салону я так себе отношусь, но все равно я ее довольно-таки сильно люблю. И будет сегодня обзор именно на Ниву. Если честно, то сама Нива очень хорошо изменяется. Здесь же вы можете видеть, насколько же детально она может измениться. Из обычного куска железа измениться в новую современную Ниву. То есть, да, это довольно-таки новая Нива 19-20 года. Изменений в них вообще нет. В салоне у нее тоже все красиво и все аккуратно. Это опять же та же Нива, но изменение в ней в том, что это гелик. Зад и все остальное гелик. Кстати, в чем мне еще в ней нравится, это то, что вот такие вот у нее есть поворотники. Таким поворотником мало кто может похвастаться, а вот именно Нива смогла. То есть тут уже тоже надо пораздумывать. То есть, да. Говорить о том, что Нива некрасива, я не думаю. Добавили бы сюда еще Хантер, я бы был вообще в восторге, потому что я тащусь от этих двух внедорожников. Несмотря на все их, на весь их минусы, все их плюсы, минусы, плюшки и все остальное. Хотя плюшек в них нет, минусов много. И все, что вот остается делать, это вот такой вот дизайн. Да. Стоимость такой Нивы, ну, 4000, в принципе, да, на клуб РПГ стоит такая Нива 4000. Так-то вы можете и со скидкой ее взять где-нибудь, примерно за 3 или же за 3,5. Взять и не жалеть. Тюнинг на нее довольно-таки тоже дешевый, то есть 4000 на вот все вот это вот братство, то есть и примерно 8000. Разгон этой машины в 200 км в час. Это довольно-таки прикольно, несмотря на ее все. Она быстрая. То есть, прям правда. Можете вот сейчас посмотреть. Управление у нее тоже довольно-таки хорошее, несмотря на все ее приколы, то, что это внедорожник. Я не думаю, что она внедорожник. Я думаю, что она вот как обычный Лада Ларгус, короче. Вот. То есть, да. И, в принципе, тут уже можно заканчивать. Потому что, вот реально, что можно сказать про Ниву еще? В принципе, уже ничего. Потому что сама Нива – это уже объезженный инструмент, который уже знают все. И поэтому говорить уже нечего. Всем до свидания, всем пока.